мы дома на кухне, так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знала, о ком я молчу, но о нем говорить, мама, просто не хочу. Переодеваются дома, в городе весна, слезы, холода на проводах, перепуганные души перепрыгивают лужи и спешат кто куда. Ты промокла до нитки, открываешь знакомую дверцу. Тебе некуда деться, хранишь тайну под сердцем. У мамы дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знала, о ком я молчу, но о нем говорить, мама, просто не хочу. Так часто в жизни бывает, мы вырастаем, а потом перебегаем в тот дом, в котором нас любят, где нас обнимут и никто не осудит. И только дождь за окном, он там за дом, ищет твой дом, все расскажешь потом. Ему бы согреться, он тоже знает про тайну под сердцем. У мамы дома на кухне так хорошо, мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знала, о ком я молчу, но о нем говорить, мама, просто не хочу. У мамы дома на кухне так хорошо, мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знала, о ком я молчу, но о нем говорить, мама, просто не хочу. Люди шарят тайны, это не случайно. Приходить в отчаянии туда, где всегда ты был любим. Да, люди хранят тайны, и как бы не банально это не звучало, ты бежишь ее открыть самым родным. У мамы дома на кухне так хорошо, мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если б ты знала, о ком я молчу, но о нем говорить, мама, просто не хочу. У мамы дома на кухне так хорошо, мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.